сначала, собственно, значит, моем стекла. На то, чтобы вымыть один вагон, у Земфиры Алеевой уходит полтора часа. Уборка детальная и тщательная. Моются окна, поручни, стекла, полы и диваны. С обязательным использованием дезинфицирующих средств, одобренных Роспотребнадзором и безопасных для здоровья. Дезинфекция проводится систематически, в том же самом режиме. Вот, поэтому безопасность пассажиров с точки зрения здоровья, она превыше всего. Мы сами ездим на этом, ну, как бы в метро, и наши дети ездят. И, конечно, уже очень приятно заходить в чистый вагон. Всего в Кировском электродепо 46 вагонов. Их моют каждые 20 часов. А раз в 10 дней еще и обязательная внешняя мойка. Сначала состав обрабатывается специальным средством. Затем прогоняется через щетки. И после сушится. Жители Самары говорят, что рады неизменной чистоте вагонов метро. На высоком уровне сделано все как. И полиция работает, и чистота. Я мусора ни разу не видел. Вот ездил сколько, чтобы где-то что-то валялось там или что-то в этом роде. Всегда как бы, ну, приятно, в общем. Сейчас в городе проходит месячник по благоустройству, поэтому самарский транспорт убирают еще более тщательно. Вагоны метро не исключение. Перед майскими праздниками им предстоит генеральная уборка. Так делается дважды в год. Мария Ильчан, Семен Безгинов, Константин Головин. События.